мая 2009 года для Еревана стал не только месяцем праздников, но и многочисленных культурных событий. Среди них гастроли нескольких московских театров, концерты Валерия Гергиева с участием Дениса Мацуева, Сергея Хачатуряна и Сергея Бабаяна. И, конечно же, долгожданная постановка балета «Спартак». Одним из главных спонсоров проекта выступил Ереванский конечный завод. Не случайно, что 2 мая, за несколько дней до премьеры балета, часть творческой группы во главе с хореографом посетила Ереванский конечный завод, где и произошла встреча двух легенд – Юрия Григоровича и легендарных коньяков «Арарат». У всех собравшихся была прекрасная возможность пообщаться с гениальным балетмейстером и насладиться неповторимым вкусом и ароматом легендарных армянских коньяков. Постановщики таких знаменитых балетов, как «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Дон Кихот», «Жизель» и многих других с удовольствием принял приглашение Министерства культуры и приехал в Ереван для постановки на сцене Национального академического театра оперы и балета «Спартака», премьерная постановка которого состоялась в Большом театре еще в далеком 1968 году. Известно, что после постановки балета автор музыки, великий композитор Арам Хачатурян, написал балетмейстеру на программке «Спартака» следующие слова. «Гениальному хореографу, выдающемуся артисту с плохим характером. С любовью». Сам Юрий Николаевич объясняет это тем, что рождение балета «Спартак» проходило в постоянных спорах. Композитор боролся за каждую свою ноту. Правда, споры эти всегда разрешались мирно, чему доказательство балет «Спартак» – выдающееся произведение искусства. И вот, через более чем 40 лет после своего рождения, «Спартак» наконец на армянской сцене. За время своего пребывания в Армении Юрий Григорович успел увидеть ряд достопримечательностей и проникнуться любовью к нашей стране. Его не оставило равнодушным и посещение Ереванского конечного завода. Легендарному гостю был продемонстрирован бочонок мира, который будет открыт в тот день, когда окончательно урегулируется Карабахский конфликт. Московским и местным гостям очень понравилась созданная здесь непосредственная и расслабляющая атмосфера. Такое впечатление, что вы относитесь к коньяку как к живому существу и растите его как детей. И поэтому, конечно, и вкус, и запах коньяка именно здесь неповторим. Я думаю, что нигде в мире больше такого не увидим и не попробуем. Кажется, что это просто потрясающее производство, это уже национальная гордость Армении. Конечно, я в полном восхищении от того, что здесь вижу и пробую. И, конечно, вы должны гордиться, и мы гордимся тем, что есть такой замечательный завод и такое производство. Пока они наслаждались вкусом легендарных коньяков, звучал голос Шарля Азнавура и музыка Арама Хачатуряна. Согласно традиции, исполнительный директор Ереванского коньячного завода Ара Григорян вручил маэстро коньяк Еребуни 25-летней выдержки, который был специально предоставлен из эксклюзивной коллекции Ереванского коньячного завода. Арарат – это действительно легенда. Арарат – это действительно одна из состоявшихся легенд Армении, так как и маэстро Григорович, так и балет «Спартак», и «Возрождение искусства». И мы считаем, что это как бы слияние легенды коньячной с легендой балетной культуры и производства, культуры и искусства балетной, искусства производства коньяка. Но для нас это архиважный проект. Юрий Николаевич был очень рад оказанному ему радушному и по-армянски теплому приему.
Но я должен сказать, что я удивлен, поражен и восхищен вот тем, что я сегодня увидел. Что я тоже был во многих как-то вот подвалах, будем говорить, так сказать. Вот и в Испании, и наши крымские там эти самые подвалы винные тоже. Но то, что я увидел здесь, это меня просто поражает, просто поражает. Вкус потрясающий, вы знаете. Это все-таки совершенно другое ощущение питья, совершенно иное. Мы-то русские, это русские воспитанные на водке, как вы знаете, да? Ну вот, но это совершенно аристократы, вы совершенно иначе воспринимаете. Если говорить о сходстве, то, наверное, именно это так. Потому что, когда вы смотрите хороший спектакль, и когда вы пьете хороший коньяк, у вас поднимается настроение. Вот я думаю, это и соединяет это вместе. Завод «Арарат» – это часть истории Армении. Это один из символов и брендов Армении. А для Армении вот то, что делает маэстро, это очень важно. Мы уверены, что такие вещи для культуры народа, для нашего государства, они необходимы. А наш завод не может быть в стороне от такого события. То есть для нас такие люди, они история, а мы хотим быть частью истории. Итак, прошел май. Уже тысячи зрителей посмотрели балет «Спартак», и он с успехом продолжает идти на сцене театра оперы и балета. И мы благодарим всех тех, кто сделал для Армении этот настоящий культурный праздник. На этом все. До новой встречи с легендой.